одном собрании большом, ну почти городском, где в воскресенье народ идет в молитвенный дом. На первой лавке впереди среди всех христиан особо виден был один строгий диакон Степан. На первой лавке впереди среди всех христиан особо слышен был один строгий диакон Степан. В потертом черном пиджаке и с писанием в руках сидел Степан и наблюдал, замечал, что не так, и кто в собрании не ходил к алтарю. Выходил Степан, всегда искал изъян и всегда находил, и кто в собрание не входил, пел, сидел, говорил. Степан во всем искал изъян и всегда находил. Если в служении кто-нибудь проповедь говорил, Степан его, наверное, 10 раз перебил. То слишком громко говоришь или тихо, как мышь, не так прическу зачесал, да и не свято стоишь. И что ж ты дергаешь рукой и тревожишь народ, а галстук яркий хоть поставь от ворон в огород. А если кто-то пел псалмы, то Степан тут как тут, уж больно музыка мерзка, да и так не поют. А ногу за ногу сидеть, это ж в церкви позор, а уж румяное лицо, прямо ты, светофор. Вот как всегда себя вел Степан. Однажды вышел со Степаном серьезный просчет, явился как-то в церковь гость и служение ведет. Но все Степану в нем не так, и чубак, и потом рубаха с малым рукавом, да и палец с кольцом. Оказалось, то епископ приехал гостить, пришлось Степану это все ему так вот скостить. Но диакон Степа все равно был ну непримирим, и вдруг случилось одно обстоятельство с ним. Явился ангел и забрал он Степана на суд. Не ожидал Степан, какие неприятности ждут. Вот видит на небе престол и сидящий сказал: сегодня суд тебе, Степан. Тот от страха упал. Я ж верил, Господи, тебе. Бог сказал: не всегда. Я же молился и хвалил. Бог сказал: без огня. Я ж Слово Божие читал. А все ли ты исполнял? Я и в собрании ходил. Но ты людей не любил. Я ж проповедовал Христа. Но гордо и свысока. Вот почему и речь твоя никого не спасла. Ты своих братьев и сестер очень строго судил. И точно так же Божий суд тебя приговорил. Несовершен ты, недостоин войти в Божий град. И потому, хоть ты и дьякон, ступай, Степа, в ад. Тихонько солнышко взошло и зажгло небосклон. Степан открыл глаза, вскочил. Ой, так это был сон. Потом молился долго он, вспомнив каждый изъян. Прости, Господь, меня за все, я грешный диакон Степан. Прости, что ближних не любил и что неправо судил, что так как ты не принимал тех, кого ты простил. С тех пор в собрании большом на передней скамье пустует место, а Степан, он сидит в уголке. Таким он скромным стал, ну просто, как агнец святой. А на скамейку ту глядит уже диакон другой. И кто-то пробует уже, как Степан, строгим стать. Наверное, надо и ему этот сон повидать.